наших девочек, результаты молитвы с соревнований. И став на следующий фокус. По программе первого юношеского отряда, девочек, это самые маленькие дети 2008 года рождения. Третье место заняла Колокова Ирина. Третье место. Так лицо сделай приятное. Такое место поняла Требушская Екатерина. На первом месте Иванисова Thank you.
товарищи партизаны, старшие нации, песнями старались Ленины и девочки. Барашкина Даша и Оборотова Кристина. Дорогие участники, дорогие зрители, родители, как хорошо видеть таких улыбающихся назад. Аж желудки проходят. Я хотел представить еще представителя народного образования, которого пригласили, Анна Николаевна Березовна. Она была на обучении. Да. И также я хочу сказать спасибо этим нашим спонсорам, которые сделали маленькие подарочки, пусть небольшие. Это печенье, мороженое. Поэтому каждый участник соревнований получит. Согласны? Согласны. Я думаю, что мы, наверное, возьмем. Анна Ивановна, пойдемте вместе. Я извиняюсь, мы не сказали, кто это спонсор, один из спонсоров. Только я понимаю, что Черепанов, а не мой сын, не мой сын. Кто последний? Кто Черепанов? Подними руку. Руки зеленые, иди сюда. Ну иди сюда. И такой вот. Это да, это его представитель младший Черепанов, да? Это приехал человек, который... Ну подойди сюда, пожалуйста.